Диагноза сахарный диабет можно избежать. Как? Расскажем в рубрике «Профилактическая медицина». Питание и образ жизни – вот секрет, как снизить риск, чтобы не заболеть диабетом. Но как же это сделать правильно? Давайте разбираться. Во-первых, меняем свой рацион, переходим на четырехразовое питание. И помните, порции должны быть небольшими. Это позволит избежать скачков сахара в течение дня. Обязательно соблюдайте перерыв между приемами пищи – 3,5-4 часа без перекусов. Это важно для правильной работы поджелудочной железы. Не стоит голодать, за этим всегда следует переедание, а значит повышение сахара и нагрузка на поджелудочную железу. Откажитесь от сладкого и мучного. Именно эти продукты повышают уровень глюкозы в нашем организме. Хочется чего-то вкусного? Отдайте предпочтение фруктам и продуктам из муки грубого помола. В приоритете овощи, мясо, рыба, яйца и сыры. И, кстати, диабетические сладости на основе фруктозы также повышают уровень сахара, как и обычные сладости, так что злоупотреблять ими не стоит. Лишний вес. С ним необходимо бороться. Организму легче поддерживать нормальный уровень сахара, когда лишнего веса нет. Увеличьте физическую активность, ведь глюкоза перерабатывается только в работающих мышцах. Тренажерный зал, велосипед или ходьба – выбор за вами. А еще полноценный сон. Когда организм отдохнул и выспался, он требует меньше глюкозы, да и нервная система будет в порядке. Соблюдайте эти простые правила, и диагноз «сахарный диабет» обойдет вас стороной.